сейчас я хочу обсудить, сравнимо с единицей по модулю β. Представьте себе, что число альфа не кривообразно кривое. Тогда это будет не так. А что значит не так? Это значит, что есть какое-то меньшее, чем b минус 1 число, для которого все равно такое сравнение истинно. Ребята, а давайте-ка мы сейчас напишем определение. И для каждого из чисел от 1 до 6 посмотрим, что это. Итак, определение. Порядок. Порядок. Числа А по модулю P. Значит, P у нас будет прежний простой. Это наименьшее натуральное k, наименьшее натуральное число k, для которого a в степени k дает остаток 1 при делении на b. Давайте я сейчас выпишу табличку. Числа от 1 до 6, а под каждым из них напишу его порядок. Итак, здесь число, а здесь порядок. Порядок единицы – очевидно единица. Порядок двойки – 2 в квадрате 4 – неинтересно, 2 в кубе 8 – это единица. Значит, порядок двойки – это тройка. Порядок тройки – тут мы считали кривообразный корень, поэтому это шестерка. Порядок числа 4 – 4 в квадрате 16 – это не единица. 4 в кубе 64 – 64 минус 5 числа 5 делится на 7 – значит, это тройка. Порядок пятерки. Ну, господа, если честно, это будет 6. Я что единственный способ для вас. Владимир Владимирович, вы говорили, что 1/3 это то же самое, что 5. 1/3. Молодец. Действительно, 1/3 то же самое, что 5, а для 3 порядок мы знаем. А у обратного порядок тот же самый. Спасибо, действительно 6. Для 6. 6 это минус 1. Поэтому здесь порядок будет крайний. Интересно. Смотрите, здесь одно число порядка 1. Одно число имеет порядок 2. Два числа порядка 6 и два числа порядка 3. Итак, таблица. Порядок. И под порядком количество раз. Сколько чисел такого порядка? Так, порядок бывает 1, 2, 3, 6. И под каждым порядком пишем 1, 1, 2, 2. Ну, я уверен, что разглядывая эту таблицу, понять ничего невозможно. Потому что число слишком маленькое, и, соответственно, что называется, у вас не хватает материала. Однако, все-таки какие-то наблюдения сделать можно даже по этой таблице. Господа, если вы посмотрите на число 6 и на числа 1, 2, 3, 6, то что вы сразу можете сказать? Чем являются 1, 2, 3, 6 для числа 6? Делитель. На самом деле, здесь написан полный список делителей числа 6. И вот давайте теперь по теореме туда хожу. Теорема. Если k – это порядок, то b минус 1 делится на k. То есть никакие числа, кроме делителей числа b минус 1, не могут быть порядками чисел. Ну, в общем, для тех, кто знает, что такое группа, это частный случай общей теоремы, что когда вы берете любую группу, в данном случае группу вычетов мультипликативной по модулю P, то порядок любого элемента группы является делителем порядка группы. Да? Вот k – это тот самый порядок элемента,
А P минус 1 это порядок всей группы. Но эти общие слова на самом деле ничего не помогают, потому что доказывается эта теорема для любой общей группы ровно так же, как она доказывается здесь. Смотрите, что мы делаем. Во-первых, вспоминаем, что значит порядок. Порядок. Это значит, что когда мы выписываем числа 1, а в квадрате и так далее, а в k минус 1, то это все разные числа. А вот а в k это уже единица. Представили? Так вот, лучше всего нарисовать это следующим образом. От числа 1 провести стрелочку к числу а, от этого числа к числу а в квадрат и так далее, и так далее. В конце концов, провести стрелочку к числу а в степени k минус 1, а от этого числа стрелочку к единице. Стрелочка – это умножение на а. Ну, замечательно, нарисовали такой вот цикл. Но внимание, мы можем абсолютно то же самое сделать не только для единицы. Мы могли начать с любого числа. Ребята, сейчас я все-таки, что называется, пойду на подвиг. И сделаю так. Я возьму большое простое число, а именно p равняется числу 41. И очень прошу вас нарисовать две картинки. Одна картинка, когда а равно 2, другая картинка, когда а равно 5. Разумеется, я сейчас на доске тоже это буду делать все, но мне очень важно, чтобы вы не поленились, кто первый раз в жизни это видит, обязательно это нужно вот один раз в жизни увидеть, потому что это очень просто. Но с другой стороны, надо понять. Значит, итак, что я делаю? Беру единицу, двойку, четверку, дальше 8, дальше что пойдет? 16, 32, 64 минус 41, сколько будет? 23. 46 минус 41 будет 5. 10. Что у нас дальше? 20. Да? 40. Дальше пойдет 40. А вот дальше называется, я не рассчитал. Потому что 40 это фактически минус 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 37 на 2, 74 минус 41, это... 33. 33. А здесь, смотрите, надо на самом деле взять то же самое. Я понимаю, что здесь фактически надо то же самое. Но я попытаюсь по-честному считать для контроля. 66 минус 41, это 25. 50 минус 41, это 9. 18, 36, так, 72 минус 41, сколько будет? 31, правда? 31, 62 минус 41 будет 21. Ребята, 21 получается 42. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И это 21, а нужно было 20 штук. Так вот, господа, скажите, какого числа здесь нет? На самом деле половины чисел здесь нет. Какого числа здесь нет, очевидно? Три. А? Три. Тройки здесь нет. Замечательно. Так, мечту о числе а равно 5 мы отложим на светлое будущее. И сейчас, смотрите, что я делаю. Я все присутствующие здесь числа умножаю на 3. На сколько? На 3. 3, 6, 12, 24, 48 минус 41, 7, 14,
28, 56 минус 41, это 15, да? Ой, 30, 60 минус 41, 19. Обратите внимание, этот цикл не пересекается с тем, который только что был. Это не случайно. Ведь если бы пересеклось, то поскольку у меня стрелочка — это умножение на а, а обратная стрелочка — деление на а, это операция однозначно выполняемая, то и они полностью бы совпали. Поэтому не может быть, чтобы сейчас у меня получилось какое-нибудь число вот отсюда. Более того, не может быть, чтобы оно раньше зациклилось, чем на 20-м шаге. Я просто все числа вот этого замечательного, замечательной змеюки умножаю на 3. 34, 34 на 2, 68, то есть на самом деле 27. 27 на 2, 54, то есть 13. 26. Так, 52 минус 41, это 11. На 2 умножить. После 22, 3. Все хорошо. 22 и 3. Сколько чисел? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ура! Так, ребята. Вот вам два цикла, в каждом из которых 20 чисел. Абсолютно принципиально, что какое число А, не делящееся на П, вы не возьмете, когда вы из каждого остатка от единицы до P минус единицы проведете стрелочку умножения на А, то у вас из каждого числа будет выходить ровно одна стрелочка. Причем не только из вот этих чисел, а из любого. Берете любое число x, и из него идет ax. После этого идет a квадрат x и так далее, и так далее. И замкнется тогда и только тогда, когда вот а в кадре будет единица. Поэтому все разбивается на циклы, в каждом из которых ровно k число. Чему в данном случае равен порядок числа 2? Очевидно, чего 20. Потому что цикл из 20 чисел. Соответственно, все разбивается на 2 цикла по 20. Если бы я взял не число 2, а число 5, все-таки давайте попытаемся понять, потому что мне что-то хочется это увидеть. Берем число 5, 25. 125 какой дает остаток времени на 41? 2. По-моему, 2, да. 2. Теперь вопрос. Можете ли вы предсказать, какой будет период без того, чтобы считать дальше? Здесь есть двойка. Да, там. А значит, если вы посмотрите, один есть, двойка есть, еще через три шага будет четверка, еще через три шага, вы понимаете, да? Восьмерки и так далее. Значит, вот весь вот этот будет здесь содержаться. Но при этом число 5, где оно, интересно, было число 5? 5 было здесь. Число 5 было здесь. А число 25 тоже здесь. Да, это степень двойки. Это хитро переставленный, но вот этот цикл для пятерки будет тоже 20. Не обязательно, может меньше. Меньше не может быть, потому что здесь есть двойка. А значит, они все там будут. Но и больше не может быть, потому что это на самом деле степень двойки. Ну, вот. Мы доказали по теории, если есть простое число p и порядок какого-то элемента, то p плюс 1 делится на число p. Замечательно. Господа, между прочим, это нам дает другой, уже второй на сегодняшнем занятии способ доказательства малой теории.
Ведь смотрите, если мы знаем, что P плюс 1 делится на K, то это значит, что P минус 1 это K умножить на какой-то правильный человек. Отлично. Берем A в P минус 1. Но поскольку P минус 1 это KM, то это значит будет A в степени K умножить на M. А это есть A в степени K в степени M. Но А в степени К по определению порядка, вот здесь написано, видите, это единица. Значит, это то же самое, что единица в степени М, ну, то есть единица. Второе доказательство малой теоремы Фирма прозвучало.